Всем привет! Сегодня 17 марта. Погода вроде неплохая. Решил сходить на тот берег озера. Сегодня посетим то место, где снимался фильм «Батюшка». Восьмисерийный. Снимался он в 2006-2007 выпуске. Выпуск был в 2008 году. Дня 2-3 назад была большая оттепель, снег просел. И вот после этих морозов он сделался крепким, как асфальт. Идти очень даже комфортно. Но правда поднимается ветер, довольно-таки сильный. Морозы сейчас 2-16. Будем пробираться на тот берег. Садим через все озеро. Рыбаков на озере не видать особо. 2-3 человека в поле зрения. Вот кто-то из местных жителей стрекает себе яблоневые ветки. Это рыбаки, наверное. Растает озеро. Ветки эти утонут, и там будет держаться рыба. Кто-то не знает, конечно, поставляет крючки. Вот следы зайца. Подходил, лакомился, наверное. Холодновато. Ветер на улице. Но погода в общем-то не пасмурная. Заглядывает солнышко. Вот стоянка рыбаков. Правда, поднасрали здесь прилично. Банки, бутылки валяются. Эта бутылка уже много блюд. А на обратном пути пойду подберу. Сейчас пока некогда. Вот приближаемся к тому берегу. Видать уже церковь. Вернее, это не церковь. Я-то знаю, что тут просто декорация. Ну, подойдем поближе, посмотрим сами, убедимся. Пройдем немножко вдоль заборов. Деревья начинается. И поднимемся самой церкви. Ну вот, подошли к церкви. Дверь вроде бы открыта. Заглянем потом внутрь.
посмотрим, что там. Обойдем сбоку. Что мы здесь видим? Так. Вроде как центральный вход. Вот видно, что это декорация. Но сделано неплохо. Строители все-таки делали, постарались. Купол маленько провалился. Но снегу много падает на зиму. Об решетки очень слабенькие. А так вроде все на месте. Подойдем поближе, посмотрим. Вот здесь снимался фильм «Батюшка». 8 серий. Снимался в 2008 году. Задействованы были местные жители. Вот. Пробрались мы вовнутрь. Остались еще металлические конструкции, уголки. Жалко, что он не действующий, церковь. Можно было поддержать бы, и все было бы лучше, чем в таком виде она. Много разных конструкций. Сделаны из гипсокартона, хотя и крепкого. Тут много всяких конструкций металлических валяется. Он не берут люди, потому что грех большой, нельзя ничего с церкви брать. Бог потом накажет. Остались только такие декорации.
На полу валяются декорации. Да, вот был вложен большой, чтобы эти декорации сделать. Но никому ни хрена не надо, все порушилось. Смотрите сами. Не, были бы люди получше бы здесь. Не допустить вот такого. Видите, наклеены обои с символикой церкви. Даже там какая-то картина висит. О, корабли писаные. Посмотрим купол сам. Ветер, мороз, холодно. Не меньше 15 градусов мороза. Руки замерзают. Другой выход. Здесь снималась артистка Анна Вечилова. Нравится мне эта актриса. Играет роли хорошо. И многие фильмы другие я ее смотрел с ее участием. Наверное, помните, были зомбойщики? Как Федор Иванович заехал в Лебедянь. Ну вот, буфетчица это она и есть. И в этом фильме она сыграла роль. Была продавщицей в магазине. Ну, другие хорошие артисты. Лев Борисов играл. Кстати, фильм снимался в Вышнем Волочке. Часть фильма, вернее, снималась в Вышнем Волочке. Там много эпизодов есть, где можно показать. Я потом выложу в фильме. Вот. Сейчас согреемся маленько и пойду. Пройдусь по деревне. Посмотрим, что там, где что изменилось. Сравнить с действием фильма. Ну, пусть пока Фотик отдохнет. Ну вот, приближаемся к деревне. Идем пока по заснеженному полю.
видны заячьи следы. Подходило, видать, к сооружению. Вот последний взгляд. Уходим мы отсюда. Погода ветреная, холодная. Интересно, чем занимаются там местные жители. Следов пока никаких не видать. Они вот и есть кое-где, один-два человека проходили. На деревья не вьется ни одного дымка. Непонятно, чем люди топили, не топили сегодня. Но при таком ветре и морозе выстужает все моментально. Вот первые дома наверняка были в кадрах. Но по снегам сейчас все скрыто. А вот есть даже освещение, фонари повисят на столбе. Следов к дому ни у кого нету, не подходит ничего, какие следы. Вот старая тут тропка, или приметная. Вот, видать. Ранее видать. Нету следов, дома не подходили. Вот свежие постройки, новый дом поставлен. Вот этот наверняка был в кадре. Зашли в деревню с другого края. Мороз вроде поменьше стал. Получше стало на улице. Хотя ветер не прекращается. Приходим к озеру, пройдем по берегу. Вернее, вдоль берега. У местных жителей сделана прорубь. Наверное, белье стирает по улице. Колонки я деревни ни одной не видал. Так что их, может быть, даже и нету.
пытаюсь найти пристань, где катера раньше причаливали. Вот не видать. Или все под снегом находится. Или все ушло в небытие. Забрались на горку и подходим к Леонтьевской церкви. Вел небольшая беседочка. Закрываться от летнего солнца. И вот подходим к церкви с тыльной стороны. Хорошо видна кладка, массивные каменные тесанные блоки. Представляете, какая толщина стен? Никакое орудие было не пробило бы их. Метр, не меньше. И если учесть, что площадь церкви большая, сколько же таких блоков было уложено? Но реконструкция пока продолжается. Леса стоят. Вид на зимний скиф. Вот мы пришли с того берега, он там далеко виднеется. Здесь живут рабочие церкви. Помогают, чем могут. Вот подходим к дороге,
арка. Вход на территорию церкви. Скриншот из фильма. Участковый. Рыболовецкий катер. Пристань с видом на озеро и на Леонтьевскую церковь. Актриса Анна Левчилова. Тамара Семина. Где-то на Леонтьевской церковь. Местная продавщица. И это тоже Анна Левчилова. Грузовой ЗИЛ. Местные жители. Сватовство и свадьба. Местный участковый. Из фильма. Вокзал выше Волочки. Общий вид на постройку. Ксюша! Ксения, не спеши! А насчет твоих писем я ошибка сомневаюсь.